Здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, наши львы. Сейчас будет ваш таро-прогноз. Ой, вы тут у нас императоры, прям начальники такие. На вторую неделю января общий прогноз для наших львов с 9 по 15 января. Сейчас посмотрим, что карты Таро подскажут на этой неделе нашим львам и львицам. Конечно же, и львицам. Так, первая карта. Король кубков. Это такая эмоциональная карта. Означает, может означать мужчину, которого, вот доверительного мужчину, который рядом с вами, знака воды. Которому можно, это может быть друг, отец, брат, кто угодно, даже и по работе кто-то, которому можно что-то рассказать, он вам подскажет, расскажет, даст дельный совет. Вот такой вот мужчина может быть оказаться рядом. Ну или женщины рядом с вами, женщины львы, может вот такой мужчина оказаться. И если такой мужчина появится, то это говорит о его очень хороших чувствах к вам. Вообще, это карта помощи, доверия. То есть нужно будет на неделе, знаете, быть таким чутким, помогать кому нужно и доверять. Еще карта для наших львов, львиц. Карта суд, старший аркан. Это новый виток вашей жизни, начало новой эры. Это такое прозрение, когда человек вдруг понимает, вот так должно быть, я понял. Когда закончится этот период, по суду всегда идет что-то лучшее впереди, новый этап жизни в лучшую сторону. Это то, что должно было произойти, кармическая карта, и оно от этого никуда не денется, оно так должно было быть и произошло. Это такие необратимые перемены. Чему быть, тому не миновать. Вот так вот. То, что должно было случиться, то и случилось. Приготовьтесь к переменам, львы. Так сказать, по судьбе даже. Так, еще карта для наших львов и львиц. Тройка пентаклей. Это когда в коллективе... Работа вместе с кем-то, работа в команде, когда вы знаете, что делать, у вас есть какие-то договоренности, есть партнеры, сдача экзаменов успешно, естественно, и проектов. Может быть, добавка по службе к зарплате по этой карте тоже. Эта карта всегда советует, это хороший старт, начало чего-то, какой-то работы в команде. Карта эта всегда советует, не делайте ничего сами, попытайтесь сделать в команде. То есть у вас рядом люди, вот с ними и делайте. И тогда работа будет хорошо выполнена. То есть это работа в команде. Еще карта для наших львов и львиц. Восьмерка кубков. Это... эмоциональное выгорание. Устали некоторые наши львы. Захотят куда-то двигаться дальше. Где-то найти себя. Вроде и кубки стоят, но что-то не то. Это называется карта все-таки уход. Эмоциональное выгорание. Когда человек устал. И пора пускать в жизнь что-то новое. Последнее время вы могли себя чувствовать очень тяжело. Про эту ситуацию все думали, думали. Она у вас крутилась в голове. Это разрыв, уход из прошлого и разрыв эмоциональных связей каких-то. Вот эта карта означает. То есть все, устали эмоционально, уже выгорели. Пришло как бы время освободиться. Стать независимым, идти дальше.
Если какая-то ситуация у вас есть, то обычно по этой карте это где-то в течение месяца решается. Так, еще карта для наших львов. Ну вот, ушли и нашли себя тут же. То была восьмерка кубков, а это девятка. Это когда исполнились все желания человека, исполняются. Когда человек доволен всеми сферами своей жизни. Когда человек получил то, что хотел. Когда пришло время побаловать себя, не знаю, купить себе, что хотели, сходить, куда хотели, поехать, куда хотели. То есть исполнение желаний, и пришло время побаловать себя. Вы могли слишком долго себя не баловать. Для незамужних девушек это может быть предложение руки и сердца. Ну или просто знакомство и свидание тоже для девушек может означать. Это наслаждение, карта исполнения желаний. Нужно порадовать себя какой-то покупкой, какой-то поездкой, еще чем-либо приятным. Так, львы. Ой, чуть не полетели все карты. Сейчас достану вам из Таро Ангелов карту совет на эту неделю. Рыцарь мечей. Это когда человек хочет поставить все точки над «и», когда он хочет доказать что-то, рассказать, чтобы человека услышали. Причем это не просто на словах, а чем-то, да, доказать, обосновать и так далее. Это быстрые поездки еще могут быть по этой карте. Перемены такие, поездки, какие-то движения. В общем, быстрое такое. Решительность настроенной. События, которые происходят с большой скоростью. Творческое решение тоже может быть по этой карте. Но это вот означает еще, что нужно все планировать и точки над «и» захочет поставить кто-то из львов или львиц. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. С вами была я, Юлия Дождь. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.